Мы знову в ботанічному саді, але вже на вулиці. Тут вистава лідяних скульптур. Ось, глядіть, які скульптури тут. Ну, це некий мотильок. Работать в таких условиях. Вот еще одна скульптура. Не только скульптура, а и некая девчина. О, железо. Ну что ж, не повезло только далеко, а всем, кто здесь, в Ботаническом саду, сегодня просто феерическое событие. Пятый юбилейный фестиваль «Мир кристаллов», на котором всех мы рады еще раз видеть! Слышим тоже, отлично, приглашаем поближе к нам подойти, потому что прямо сейчас сделаем мы немного разминки, согреемся, и, конечно же, нам поможет в этом интерактив хороший, узнаем, кто самый смекалистый, кто самый эрудированный, подготовился сегодня, тоже пришел, ну и уйдет не с пустыми руками, поэтому все, кто еще внутри в оранжерее у нас, наблюдает за летом настоящим, там у нас птички поют, цветы, все это можно будет посмотреть, кто вдали там на снежных экспонатах. Всех приглашаем к сцене, сюда, на центральную нашу площадку, потому что прямо сейчас мы немного узнаем поближе о мире прекрасном природы, окружающей среды нашей и отличной вот этой вот погоды, которая нас сегодня с вами окружает. Вообще очень приятно, что сегодня Ботанический сад делает такой огромный вклад в развитие наших знаний, познания о природе, потому что год малой родины. Посмотрите, как приятно сегодня посмотреть на деревья вокруг, на растения, на то, что зимой, оказывается, не все спит, как мы можем представить, а все еще буянит на наших выставках в оранжерее, на прекрасных вот этих вот объектах Центрального ботанического сада. Ну и, конечно, вот этот фестиваль, который мы тоже хотим немного внести свой вклад в экологию, посмотреть, что у нас и снег, и лед, оказывается, это еще в умелых руках, и отличный материал для развития фантазии, креатива, для восприятия такого эстетического приятного. Ведь это же так здорово сегодня впечатлиться вот этими эмоциями. Ну а фотографии, какие уже получатся, я даже просто не представляю. Ну а я рад приветствовать вместе со мной мою коллегу из Комсомольской правды в Белоруссии. Здравствуйте, давайте знакомиться. Тромбон, то есть это же называется. Зайди, встань туда. Давай быстренько. Да, я говорю, все. Кто читает комсомолку, поднимите руки. Кто выписывает комсомолку? Кто на сайте читает комсомолку? Отлично. Кто знает сайт комсомолку? КП? Отлично. КП Бай. Хотя бы уже это хорошо. И самое приятное, что у нас сегодня люди идут не с пустыми руками. Ну, начнем с простого. Оксана, мне кажется, что это место. Где мы находимся? Это будешь садить? Это первое место, куда туристов из-за границы ведут. Показывают все коллекции. И это самое лучшее место. Романтик. Куда можно пригласить вторую половинку, когда цветут орхидеи, гладиолусы и все остальные прекрасные коллекции рододендронов. Вы знаете такое слово? Отлично, я думал, я вынужден знать, у меня, оказывается, есть тоже. И ну что, сейчас узнаем, есть ли среди вас, уважаемые,1935 год, 1935, вы знаете, не так, и холодно, 38, 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 38
Уже совсем тепленько. Должны голоса. Выше рыбка, а выше озерочка, дождь колыбелочка, выше озерочка. Ну и это нечто на кстат бегемота, значит, это бегемот разъявил рот. Ну, значит, какие клыки. А, и птушка села ему на губу. Нечто. А что это я и зрозуметь не могу. А вот хобот. Слава, месяц. Ой, что вам снять? Вот я могу. Ботаничный сад. Бачите, какие много древ. Вот, ну теперь зима. Без листья. Ну, такая зазорство. Ну, все, что я хотел вам показать. Вот на этом, дорогие сябры, я заканчиваю. До побачення.